Отож, дозвольте, я представлю Тетяна Жарінова, адміністратор проєкту «Безпека дитини», та Ігор Конвишер, тренер проєкту «Безпека дитини». Хочу сказати, що він стартує вже зовсім скоро. Ініціатором проєкту є В'ячеслав Сімченко, як завжди, чимось надихається, щось вигадує. Отож, не буду забігати, не буду нічого говорити, даю слово нашим гостям. Вам таке запитання перше, про що цей проєкт, для кого він і хто може взяти в ньому участь? Розказуйте. Во-первых, доброе утро. Доброго вам. Ми раді вас сьогодні, чесно, піднялись вот в такую рань, примчались, потому что для всех родителей города Николаева есть отличная новость. И вы сегодня первая передача, которую мы действительно расскажем кучу подробностей. Угу. Потому что вчера в ролик в Фейсбуке был запущен, такая замануха маленькая, угу. Но уже получил много перепостов, вопросов, роликов, личка кипит, просмотры идут, что такое мы хотим. Поэтому что мы хотим, для чего мы чего-то опять затеяли, мы сейчас вам, собственно, расскажем. Как всегда, неугомонный тепловозоремонтный завод во главе с Вячеславом Симченко что-нибудь любит придумывать. Но не лишь бы что-нибудь, а что-нибудь полезное. И вот каким-то чудом, да, идея витала в воздухе, потому что есть у нас вот такой прекрасный наш партнер Игорь Конвишер, который, да, занимается таким вот интересным видом спорта. Тут какие-то наши идеи срослись, и мы так, давайте что-то сделаем по безопасности, но именно детей. Вроде бы много секций, вроде бы есть куда пойти заняться спортом, накачать мышцы, так, но реально мы с вами как мамы понимаем, что ребенок, там, начиная с первого класса, условно говоря, идущий со школы домой даже один квартал, он уже теоретически может быть уведен любым незнакомцем за конфеткой, за плюшевым мишкой и так далее. И поэтому наша задача возникла мысль, я проморочила голову Игорю ей, что давайте вот как-то сделаем такой курс, чтобы мы, ну понятно, мы не научим детей драться, это не надо, но мы хоть как-то научим их реагировать и, ну, как бы обезопасить себя на первом этапе, чтобы тебя, ну, не увели, не забрали, чтобы там хотя бы другие взрослые обратили внимание, что что-то происходит, а не просто, как у нас принято, прошли все мимо, подумав, что там, условно говоря, папа или мама там своего непослушного ребенка тащит домой покушать, например. Ну да. Поэтому родился такой проект, мы назвали его «Долго не заморачивать, безпека дитини», все по сути и понятно. І він стартує вже з 4 марта. Так, з 4 березня. Ми більш детальніше поговоримо про це. А от я хочу сказати, що в школах начебто теж є уроки, да, як себе правильно поводити дітям. То давайте розберемося, це буде кардинально відрізнятися від того проєкту, який ви нам сьогодні анонсуєте. Правильно? Смотрите, мы знаем, что есть уроки в школе, так. Но в школе можно отработать сразу на уроке и со всем классом практику. Вот я больше чем уверена на своем даже маленьком ребенке, что ну, растеряются, даже не смогут закричать, не смогут вырваться, это важно. То есть никто не рассчитывает на физическую силу маленького ребенка. С подростками, там, старшеклассниками это будет по-другому, я думаю, Игорь расскажет подробнее. Но что делать вот с теми, да, первый, второй, третий класс, младшими школьниками? И надо среагировать. Ну, понятно, в школе никто не будет, а ну покричи, а ну вырви руку, да, и тренировать. Вот мы это будем делать. Ой, ого, це нюанси, це цікаво. А от ще, для яких дітей, от віком для яких дітей розрахований весь курс? Чи для різного віку, чи тільки для маленьких? Ми розділили всіх на три вікових групи, да, говорить, там три возрастні групи. Перша – це зовсім малявки, 5-7 років, друга група – 8-12, третя група – 13-16. Тобто майже для всіх. Так, ну давайте ще я вам запитання, як потрапити до вашого проєкту, а потім у мене є декілька запитань до Ігоря. А потім будемо так. Как попасть? Опять-таки, сегодня стартует информационная кампания в средствах массовой информации, где можно будет все легко прочитать. Регистрация максимально простая и открытая. Есть электронный адрес, куда родитель присылает заявку, фамилия, имя ребенка, свой контактный телефон и возраст ребенка. Соответственно, я как администратор расписываю детей в группы и сообщаю, прозвонив родителям, когда вы можете приходить. Понятно, что курс бесплатный, открытый, это социальный городской проект. Мы такое любим, вы уже знаете. Так. И вот буквально это все максимально просто. Мы не делаем регистрационных форм, мы вообще-то не любим полени свои. И вот в порядке очереди все просто попадут. Не знаю, за сколько, мне почему-то кажется, что сегодня часа за три мы наберем все 10 групп. Почему-то у меня такое ощущение. Но посмотрим. Отож, буде 10 груп по 15 дітей, да, десь ну, младше так, приблизно. Групи будуть до 10-12 чоловік, старше будуть 15 чоловік. Ігоре, ну я переходжу до вас. Ви готові, скажіть мені, чи ні? Тому що у вас дійсно такий оригінальний, ви займаєтесь спортом, скажімо так, що говорити. А дітей ви коли-небудь тренували в такому роді чи ні? І чи готові от ви вже взятися за такий проєкт? Розказуйте. Ну, для початку, во-первых, Крав Мага – це не спорт в принципі. Не спорт, абсолютно, да. Самооборона.
самообороны, самозахиста. Да, поясню. Кравмага – это способ выживания в уличных условиях, в частности. С таким проектом не только мы, никто с таким проектом дела еще не имел. В том-то его уникальность. Вы правильно сказали, что в школах проводятся занятия по БЖД, но насколько они эффективны, у нас возникает большое сомнение. Угу. Есть ли в Николаеве секции для детей? Секции для детей есть. Но чем они там занимаются? Ну, секции единоборств, в частности. Чем они занимаются? Ну, дело нужное. Акробатика, начальная физическая подготовка. Это все хорошо. Но это немножко не то. Наш проект направлен на то, чтобы привить детям, не объяснить, не рассказать, а именно привить детям начальные навыки безопасного поведения. Угу. Как не стать жертвой нападения? Что делать в случае нападения и как вести себя после нападения? То есть вот эти три блока вопросов мы будем рассматривать и пытаться детям привить эти навыки. Потому что рассказывать можно много, можно долго, а ребенок, ну я сам отец, просто у меня уже ребенок взрослый, но все равно помню, ребенок существо непосредственное, да, и когда ему только рассказываешь, он головой покивал, побежал заниматься своими делами. То есть мы будем все это отрабатывать на практике, накатывать, заставлять это запомнить, чтобы это происходило на уровне рефлексов защиты от нападения. Мы прекрасно понимаем, что у ребенка физические возможности весьма ограничены. Вот. Но исходя из возрастной категории, все равно ребенок что-то может и должен сделать для своей безопасности. А от мені цікаво, от структура занять, і от добре там 8-12 років, дитині вже більш так розуміють, а от 5-7 років, як же ж це їм щось донести, от в якому форматі це буде відбуватися? Це ж такий мій. Сначала чуть-чуть перебью, потому что мы сделали пробное занятие именно на самых малявках. Вот. Мы взяли своих детей, я свою дочку, кого не жалко, своих детей из садика, друзей, то есть вот тех самых. В основном 5-6, даже, по-моему, 7 лет почти не было. И потому что это самая тяжелая группа. Да. И, естественно, на них вообще никто ничего еще не пробовал. Почему как бы, мы сотрудничаем с Игорем с удовольствием? Потому что ну, он, наверное, тот же сумасшедший человек, который взялся, недолго сомневаясь. Но потому что это надо. Это ниша незаполненная. Да. Мы это понимаем, что ну вот мы не будем вечно ходить за ручку с маленькими детками. И мы попробовали одно занятие. Родители были, ну, не то, что они в шоке, они были, посмотрели реакцию реальную своих детей, что да, действительно, они не могут закричать. Да, действительно, они считают, что вот вырвать руку, это так, вот примерно на мишке показывают, так, вот, и улыбаться дяде страшному, да, такому. То есть, нет, нету такого. Опять-таки, отрабатывая заходы, выходы там в лифт, из лифта в подъезд, это тоже было. Это вот действительно ступор. Вроде бы ж дети все понимают, они все слышат, но повторить очень тяжело. Ничего, вот первая проба, да, родители такие, ох, классно, можно мы все-таки пойдем, когда уже не пробную группу, а еще раз, запишите нас, пожалуйста, и это, да, это нужно. Единственное, в чем сошлись все, что, конечно, не пробных, а вообще тренинга для малявок, это часовой, для средних старшей группы это полуторачасовой. Маловато, но це хоча б основа. Це те, що ми можемо зробити прямо зараз. А от терміни по місяцям, скільки це буде тривати? Чи от буде постійно? І скільки проходить навчання от для групи? От почали сьогодні, от скільки вони, щоб навчитися привити ті навики? От. Вообще привить навыки? Ну, или сколько у нас групп появляется? Скільки курс? Именно этот курс, это 10 занятий, они проходят по воскресеньям по 2 группы. И мы по графику занятости, в том числе и тренера, разложили все занятия. Получилось, что 4 марта мы стартуем, 15 апреля мы заканчиваем. Ну, я так понимаю, что если будет спрос превышать наше предложение так гораздо, да, ощутимее, то наверняка Вячеслав Симченко рассмотрит вариант продлить этот проект просто позже. Ну, якщо є спрос, то що то треба з цим робити? Я хочу от, підсумувати. От, наприклад, я мама, де віддаю свою дитину, хвилююся, і ви мені скажіть, що після закінчення цього курсу тренінгу моя дитина зможе що? От давайте, щоб ще раз наші батьки, шановні, почули і зрозуміли, що це варто робити і треба цьому навчати. От хотілося б почути від вас. Всі батьки прекрасно розуміють, що дитина підвержена опасності вне дому. Саме безпечне місце – це дом. Как только ребенок выходит за пределы своей квартиры, он сразу же начинает подпадать под потенциальные опасности, под потенциальные угрозы. Интернет кишит сообщениями о том, как ребенок был похищен, уведен, пропал, неизвестно где находится. Так вот, наш курс рассчитан на то, чтобы привить ребенку начальные навыки. Это не говорит о том, что он 100% сможет защититься, естественно. Но, по крайней мере, мы сделаем все, и мы в силах это сделать, и мы это сделаем, все для того, чтобы ребенок получил неплохой шанс на то, чтобы не быть уведенным. На то, чтобы отбиться от нападающего, на то, чтобы обратиться за помощью к окружающим. Я зрозуміла.
Ну, ми ж не можемо просто вас так відпустити. Розумієте, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тому що от у мене вже були коменти у Фейсбуці, боже, Крав Мага, це ж так страшно, в Ізраїлі, якщо я не помиляюся, пішло, да, це самооборона на війні. Ну, я знаю, що там є різновиди, більш жорсткіша, більш така слабкіша. Отож, давайте покажемо, що це варто робити, що це не так страшно, але на початку хочу показати отой ролик з Фейсбуку, який вже доволі популярний, давайте ми переглянемо, там ініціатора проєкту побачимо, В'ячеслава Сімченка, а потім, як я обіцяла, декілька вправ від нашого гостя. Давайте подивимось. Все, что мы делаем в жизни, мы делаем ради наших детей. И, конечно, нет большей ценности для любого человека, это как ценность жизнь, здоровье, безопасность ребенка. К сожалению, появляются сейчас в новостях ситуации, когда дети исчезают, с ними что-то происходит. Поэтому у нас появилась такая идея запустить целый цикл тренингов для детей от 5 до 16 лет, которых их бы учили практическим навыкам поведения в различных нестандартных ситуациях. На нашем тренинге мы дадим детям навыки безопасного поведения вне дома, как вести себя с незнакомцами и как защититься в случае внезапного нападения. Ну що ж, Тетяна вже мені показує, як зареєструватися, ми це будемо робити в онлайн-режимі, а як обіцяли, вправо від нашої Тетяни і Ігоря. Ми тут собі позаймаємося більше тим, а ви показуєте нам. Будь ласка. Да, інша Тетяна зараз буде вчитися оборонятися і показувати вам. Ну що, напевно, елементарний якийсь. Я вас убіждав, надіть каску, бронежилет, і там ми хотіли соломки постелити. Не готова. Да. Ми ісходимо з того, що маємо діло з дітьми. Соответственно, і прийоми, вони адаптовані під ребенка. Хотя, как правильно говорить, что плоха та Крав Мага, которая не работает в исполнении маленького человечка, да, а работает только в исполнении здоровенного амбала, но тем не менее физическое развитие, возраст, пол накладывают свои отпечатки. Например, мы будем учить ребенка следующему. Первое, это как не дать себя поймать. Это будет происходить, ну, происходило уже на пилотнике, на пробнике, происходило в игровой форме, будет происходить в игровой форме и в практической форме. Дальше, что сделать, как сделать так, чтобы нападающий захват отпустил. Вот мы попробуем это сделать. Это очень сложно, это очень тяжело, не каждому под силу, но вы попробуете. Боже, боже, да? Я сподіваюсь, мы тогда. Позвольте, да? Да. Значит, нападающий условно схватил вас за руку. Что нужно сделать? Мы сталкиваемся с тем, что, как правило, детей учат делать различного рода болевые приемы. Мы прекрасно понимаем, что ребенок с маленькими ручками болевой прием даже вам не сделает. Да. Поэтому все на самом деле гораздо проще. При попытке захвата и увести, мы будем учить ребенка нанести шокирующий удар и, вырвав руку, либо одежду, убежать в людное место. То есть я схватил его за руку, пытаюсь вас утащить, вы просто носите удар ногой в пах. Вот и все. Ага, ногою? Убить не надо, я сразу предупреждаю. Просто обознайте. Вы показываете удар ногой в пах просто по-футбольному. Ногой в пах, вырываете руку. Все одно якою ногою? Которую, какой удобнее. Ну, в принципе, да, удобнее вам, наверное, правый, правша. Да, вырываете руку вот таким вот образом, в сторону большого пальца. Вырываете руку. Поднимаете руки, подождите, не так все быстро, да. Вам необходимо проконтролировать, чтобы нападающий на вас человек не сделал шаг вперед и не схватил снова или не нанес удар. Соответственно, вы должны сделать несколько шагов назад, контролируя пространство, обернувшись, повернуться и убежать. Все максимально просто. Однако же мы столкнулись с тем, что на самом-то деле ребенок не то, чтобы не может физически этого сделать. Во-первых, он не понимает, как можно ударить человека. Ну, если правильно воспитанный ребенок, ситуацию, да, я думаю. И не понимает, в какой ситуации необходимо это делать. И поэтому мы подводим ребенка постепенно, пофазно, вот как раз к этой ситуации. Попытка схватить, нужно увернуться. Если уже схватили, нанести удар, так, ударила, закричать, убежать. Вот такие простые приемы, ничего сложного в этом абсолютно нет. Однако почему-то мало кому приходит в голову, что на самом деле все так просто.
І от над цим ми будемо роботи, собственно говоря. Ну, тепер ми переконалися, що ну дійсно це важливо, тому що і психологічні аспекти, і фізичні, все це буде входити. Ми вам дякуємо. Шановні, реєструйтеся, тому що час ще є. Сьогодні стартує гарячий пиріжок сьогодні. Розказали спецумови в таку погоду. Дізнавайтеся, ми вам дякуємо. Ігор Конвиша, тренер проєкту «Безпека дитини», Тетяна Жарінова, адміністратор проєкту, були в нас в гостях. Ми вважаємо успіху, ми будемо слідкувати, долучатися. Гарного вам продовження дня.